В случае, если вам звонят незнакомцы, представляют сотрудниками банка и предлагают перевести деньги на резервный счет для их сохранности, ни в коем случае не следуйте их инструкциям, потому что в данном случае это 100% мошенники, нужно прерывать разговор и класть трубку. Задача мошенников и злоумышленников всегда – это вывести человека из равновесия, чтобы он поддался панике, чтобы он не мог рационально мыслить, понимать сложившуюся ситуацию. И самый большой страх, на котором это держится, это страх потери денег. Соответственно, никогда не поддавайтесь панике. Помните, что даже если банк выявил подозрительную операцию, то он ее приостанавливает на 2 дня. За это время у вас будет всегда, в общем-то, возможность как перезвонить в кредитную организацию и уточнить ситуацию, так и в случае необходимости лично дойти до ближайшего отделения и выяснить сложившуюся ситуацию.